Так, всем приветики! Сегодня я опять решил снять очередное видео. Уж очень больно мне нравится мой новый электрогриль. Вот как бы купил стейк из баранины. Вот, как бы я хотел на кости там кусочки были неважные. Ну, поджарю стейк. Но я люблю, как всегда, прям очень пережаренное. Вот, кто-то так скажет. Так что, наверное, опять сделаю из двух частей. Вот так. Как бы я все приготовил уже, гриль включил, вот мясо, стейк, соус, как всегда, приготовил, маслины, вот салатик я там попозже сделаю, огурчики, вот купил эту, фрукчики всякие, так что, чтобы мне было весело, чаек буду пить, вот так. Так, сейчас посмотрим, что у нас там. Так, щипчики вот фирменные я достал. О, Америка. Все, сейчас я остановлю штатив. И будем как бы делать. Да, я сегодня опять со штативом. Все-таки с двумя руками-то мне веселее. Да. Сейчас начнем. Мясо я посолил, поперчил уже. Вот такие щипцы очень интересные, фирменные выброски. То есть они вот так не делаются, но когда делаешь вот так, вот, они начинают. Как граната. Так. Все, сейчас будем готовить. Вот, значит, такое мясо. Лягу я люблю, я очень поджаренное. То есть кто-то там любит стейки какие-то, медиумы, всякие там с кровью, я не люблю. У меня сырое мясо коты жрут. Я люблю строго жареное. Все, начинаем. Так, посолил я, поперчил. Вот такой шикарный кусочек, это косточка. Я не стал, здесь какой-то шарик даже из кости, я не стал ничего срезать, чтобы как бы мясо не деформировалось и, ну, не потеряло форму. Я считаю, шикарно будет вкусняшка. Так, стейк из баранины. Все, начинаем. Опять кладу на спиральки. Да. Строго вот у меня спиральки. Ну и где-то, наверное, минут через, думаю, 5. О, класс. Минут через 5 я все переверну. Да. И как бы уже видео во второй части будет уже как бы готовый кусочек. Вот я окошки все открыл. То есть как бы все у меня, чтобы проветривалось. Вот так. Будем сейчас жарить. Угу. Я пока покурю, чай попью. Вот. И тогда вторую часть я тогда дам. Уже готовое мясо. Все, тогда всем пока, не скучайте. Все, закрываю. Будем готовить. Так, перчатка мне тоже как бы не нужна. То есть она мне зачем? Все, тогда не прощаюсь. Это как бы будет тогда стейк из баранины, часть первая. Ну, а та, понятное дело, вторая. Все, тогда всем пока-пока. Так, сейчас еще глянем, что у нас там. О, классный кусочек. Да, такой. Все. Ну что, 10 минут прошло. Вот. Как бы я открывал, смотрел, думаю, там уже как бы все люкс. Да. Сейчас тогда вот дымок идет, если кто видит. Ага. Соседи опять скажут, ну что-то там опять. У нас слюни капают. Я говорю, так я вас зову, вы все стесняетесь.
Вот. Все открываем, смотрим. Да, так как... А, не стал я эту делать штучку. Мне что-то больше вилка мясная нравится. Она специально для мяса. Да, обалденная. Сейчас открою, будем смотреть. Ой. Открываю. О, какая прелесть. Обожаю. Сейчас я поближе сниму. Да, вот оно все шипит, кипит. О, я люблю такое. Ага. Такое зажаренное прям. Кто-то сырой, я терпеть не могу. Вот это мой вариант. Все, буду выключать, буду кушать. Вкуснотища. Запах не передать. Ну, мясо, понятное дело, ужарилось немножко, но вкус. Да. Все, я вырубаю. Да. Все тогда. До встречи. Так что еще что-то сниму обязательно. Да, вкусняха редкая. Ой. Все, всем пока-пока. Вот такая игрушка. Я доволен. Все, всем до свидания. Спасибо.